Kilo Pet. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики. Рад вас всех видеть. Сегодня я бы хотел обратиться к вам, и это видео будет очень серьезным, очень важным. Поэтому я бы хотел надеть подушку. Так я чувствую себя более уверенно. Во-первых, я бы хотел сказать огромное спасибо каждому из вас за всю вашу поддержку, за все то, что вы делаете для меня и для моего канала. Спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши добрые слова. Я правда стараюсь читать это все и находить время для этого. Мне очень приятно, искренне. Особенно спасибо за вашу материальную поддержку, за то, что вы поддерживаете финансово. И особенно огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто уже на протяжении нескольких месяцев продолжает поддерживать. Я правда смотрю на все то, что вы делаете, и это очень вдохновляет, это очень мотивирует, правда. Вы помните, что 7 месяцев назад я сказал, что я хочу уволиться с работы. Я записал видеообращение и сказал, что я хочу оставить работу и посвятить свое время развитию канала, творчеству, записи видеокурса, видеоуроков, вот, чтобы делиться с вами своим опытом, своим битбоксом. И вы тогда очень-очень активно поддержали меня, и мы за одну неделю набрали 200 спонсоров. И это было просто нереально круто. Это было просто невероятно. Я просто не мог поверить вот в то, что это происходит. И в тот момент у меня была полная уверенность, что все, я могу увольняться и заниматься творчеством. Но вот обстоятельства очень сильно изменились. Мы помним, да, что ситуация очень резко изменилась. И мне пришлось отложить свои планы, отложить реализацию своей идеи. Но я понимал, что однажды настанет момент, когда я должен все-таки сделать свой выбор, когда я все-таки смогу осуществить свою мечту. И сегодня я обращаюсь к вам и хочу сказать, что я сделал свой выбор. 26 сентября у меня последний рабочий день. Я понимаю, что я больше не могу разрываться между работой и творчеством. Я понимаю, что я устал, и мне очень трудно находить время для того, чтобы поддерживать жизнь канала. Я понимаю, что у меня очень много идей, очень много желаний, но я физически просто не могу делать все то, что я хотел бы. Поэтому 26 сентября я ухожу с работы. Это 100%. Это решение, которое я не изменю. Есть еще одна очень-очень важная причина, почему я решил принять вот это решение. Совсем скоро я стану отцом. У меня будет дочка. И я понимаю, что с основной работой и с каналом, с творчеством я просто не смогу находить время для семьи. Я просто не смогу разрываться. И я понимаю, что нужно выбирать что-то одно. Либо работа, либо канал. Поэтому сегодня я хочу сказать, что я выбираю вас. Я выбираю канал. И я бы хотел вас немножко попросить. Нас сейчас на канале 163 спонсора. Это очень неплохо. Да, количество спонсоров уменьшилось за последнее время. Я правда не знаю, с чем это связано. Может, с политической ситуацией или с чем-то еще. Но я бы очень хотел, чтобы к концу сентября, когда я уйду с работы, нас здесь было 250 спонсоров. Я был бы очень-очень благодарен. Было бы очень круто, правда. Я в любом случае ухожу с работы, но если бы нас было побольше спонсоров, я бы чувствовал больше уверенности, правда. И я обещаю делать все возможное, чтобы пилить, снимать для вас крутой контент. Спасибо, что вместе со мной участвуете вот в этом путешествии и поддерживаете меня вот в этом решении, правда. И я хочу сказать, что я очень люблю вас всех, правда. И я больше не могу и не хочу находиться вот здесь, а хочу находиться здесь, вот с вами.